Друзья, трагическая новость пришла к нам рано утром. Все были просто шокированы этим печальным известием. Один из российских сайтов опубликовал у себя на странице ужасную статью, в которой говорится, что сегодня утром в одной из больниц города был доставлен в тяжелом состоянии российский актер и режиссер Никита Михалков. Мы решили обзвонить всех друзей, знакомых, родственников для того, чтобы узнать все подробности того, что случилось. Оказалось, его утром из дому забрала скорая, которую вызвали его родственники. Все вину тому, что буквально вечером Никита Михалков в новостях увидел, что генеральный прокурор Украины заочно арестовал Никиту Михалкова за то, что он поддерживает Россию в своих словах. Эти слова и повергли в шок Никиту Михалкова. Ему с вечера уже было плохо, но он отказывался от скорой. А утром родным уже пришлось вызвать скорую. На данный момент наши корреспонденты находятся в больнице для того, чтобы поговорить с врачами и узнать, в каком состоянии находится наш любимый актер. Давайте, друзья, поддержим Никиту Михалкову. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, жмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем канале. Будьте всегда с нами, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.